Я когда-то увидела на картинке очень интересное хвойное, узнавать начала и выяснила, что это обычная пихта корейская. Но это не обычная, конечно, это так, это я так называю. Я так загорелась, мне сестренка подарила. Я не знаю, что случилось, но примерно где-то через 2 месяца она мне подарила на день рождения в июне. Через 2 месяца она погибла. Я не знаю, что случилось. Я посмотрела корневую, она просто высохла. Может быть, я посадила неправильно. И вы знаете, вот я нашла. Кстати, если покупать пихту у нас, ее, во-первых, нету, а во-вторых, меньше, там, дешевле 2,5-3 тысяч ее не найти. А я ее нашла за 550, представляете? И она такая уже огромная, посмотрите. И все, она у меня сейчас растет, вот посадила, растет. Я думаю, что все будет хорошо. Еще у них на сайте нашла ель сербскую, называется Карел. Тоже очень интересная цена, у нее 520 рублей, тоже это недорого для хвойника. Вообще я люблю хвойники, как вы уже поняли, наверное. Друзья, роза это у меня английская. Сорт называется Грэхэм Томас. Я гейхеры решила здесь посадить. Вообще гейхеры я очень люблю. Это у меня сорт гейхеры, называется сорт Электро. И гейхерелла это Sunspot. Смотрите, как они вдвоем красиво так сочетаются. Гортензия метельчатая, это Sunday Phrase. А это у меня спирея японская, сорт называется Golden Princess, достаточно известная, очень хорошо растет, такой интересный необычной расцветки, можно делать небольшие шарики, и я планирую это как раз сделать, буду размножать ее и формировать. Еще один обожаемый, наверное, мною цветок, растение, это хосты. Напишите, кто не любит хосты. Я не знаю, я их люблю. У меня достаточное количество сортов разных. Вы, если смотрите постоянно мое видео, могли видеть, что сортов много. И вот это хост. Это сорт Georgia Sweetheart. У меня такой нету. Когда хоста станет больше, таким огромным шариком, как они вот формируются, то есть сначала небольшой кусток, кустик, и потом она начинает обрастать. Кстати, хоста на зиму уходит глубоко под землю, внутрь земли, как бы закрывается, и корневище не вымерзает. Очень-очень редко бывает так, что хост вымерзает. В этом году я, кстати, об этом слышала, но это было в Алтайском крае. У нас такого вроде не было, и я бы очень не хотела, чтобы такое случилось. Все эти растения я приобрела в этом магазине, оставлю ссылочку под видео, заглядывайте, там огромнейший ассортимент всего. Скоро осень, посадочная пора, осенью тоже очень хорошо сажать, так что можете уже заказывать, если что-то вам интересно. Цены здесь недорогие, качество видели, как приходит, все отлично. Друзья, привет! Сегодня исторический момент. Помните, я вам показывала нашу стройку, пристрой к бане. И то, что мы делали печь-камин, то есть для шашлыка, для того, чтобы варить. И сегодня мы хотим первый раз затопить. Сейчас посмотрим, что получится. Получилось у нас, не получилось. Я сама не знаю. Первый раз, скажи. Волнительно тебе, нет?
Нет? Пофиг. Ну, не спяги. Почему? Холодная кашка. Первый раз. Прогреется сейчас, пойдет она? Пойдет? Угу. Это как в доме. Угу. Вот так вот смотрится издалека. Ты большая? Здесь на природе пусть пока дым, да? Ничего страшного. Вот так можно. Вот эти гвозди, вот это все не надо убрать? Вот лежит тут. Вот такая помешает. Не мешает? Первый чай, да? Горячий? Угу. Угу. И все. Все, как горит хорошо. Нужно здесь. А там что закрыть? Зачем? Тяга. А? Он дым идет на всех. Угу. Не два, а один такой, да? А другой вот такой. Вот так вот будет. Угу. Здесь желательно, конечно, решетки придется делать. Угу. Не решетка, а железо там есть. Положить надо будет. Видишь? Убрать? Ну, конечно, так и видно. Друзья, очередной выходной на даче. И у нас теперь готова печь. Ту часть я уже показывала, которую варить. А сейчас для шашлыков. Сейчас первый раз попробуем запустить. Покажу вам сейчас. Может, не получится. Как так? Вот эту часть мы уже поджигали. Все нормально. Все. Так. Вот, снимай. Все уходит туда. Так, это хорошо, да? Это заебись. Сюда чуть уходит. Так она должна сильный выходить. Сильный огонь, очень сильный. Потому что сильный огонь очень. Поменьше надо. Все. Все уходит туда тяга. Ну, значит, отлично. А я занимаюсь тем, что подвязываю помидоры. Они у меня лежали, видите, все кривые. Хотя здесь все низкие. Из-за того, что теплица, они начинают все-таки расти. Оставила пасынки, потому что на пасынках уже цветы. Где-то я просмотрела. Нужно было удалять их раньше. Сейчас они уже цветут. Пасынки. Так что уберу. Так, что случилось с тобой? Ничего не поняла я тебя. Погиб. Ну, сейчас какой-нибудь пасынок, который я все-таки отрезала, поставлю на укоренение. Тут крупненькие такие были. И через дня 3-4 он уже будет готов. Вот он. Смотрите, что я вам интересное покажу. Томат у меня упал. Вот здесь дал корни. Вот видно. И здесь получается два ствола. Оставлю тогда пасынок. Он будет как основное. И этот подвяжу. Будет еще второй корень. Вот так вот даже бывает.
Ну, так нельзя, конечно, допускать, но у меня так случилось. Я немножко их запустила. Ну, ничего страшного.